Алису назвали Алисой не случайно. Мы провели много исследований с разными именами и обнаружили, что практически у всех имя Алиса вызывает только положительные ассоциации. Они разные в зависимости от поколений людей, но, к счастью, есть много персонажей от Алисы в «Стране чудес» до Алисы Селезневой, которые всем нравятся. Алиса не всем дает одинаковые реплики, она довольно непредсказуемая. Мы даже сами не знаем, что она в следующий раз ответит. Она учитывает и личные факторы, такие как о чем с ней до этого говорили, так и контекстные факторы, например, где человек находится. И кроме этого, она всегда старается быть немножко неожиданной. Все эти вещи объединяются алгоритмами машинного обучения, и в результате получается уникальный диалог. Алиса — это все. Алиса поможет и дело делать, и развлекаться. Например, она поможет найти, пойти куда поесть, как туда добраться и как по дороге одеться по погоде. И в то же время она может и поставить музыку, и пошутить, и поиграть в разные игры. Мой любимый сериал про искусственный интеллект — это «Черное зеркало», потому что в нем показаны все опасности нашего дела. Из фильмов классика вроде «Бегущего по лезвию бритвы» или «Одиссеи». С тех пор кинематография сильно улучшилась, но все они хороши на самом деле. Я очень люблю и фильмы, и сериалы про искусственный интеллект. Наше будущее будет наполнено помощниками. Они будут знать все больше и больше и будут уметь все больше и больше делать разных полезных для нас вещей. Если сейчас мы им даем команды, и они нас слушаются, то в будущем они научатся предугадывать, что мы на самом деле хотим. Например, если мы скажем, что мы устали, то помощники сами предложат нам притушить свет, поставить соответствующую музыку и сделать нам кофе.